Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, не включая эксплуататоров, составляют массовые организации доверия, и им советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут за Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и недалеко будущих победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков, в организации советской власти. Советская власть неизвестный талисман. Она неизвестивает страну от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия великой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кому угнетают, и самим брать все больше и больше своих. Está tumbado.